Да. Следующая посылочка какая-то маленькая и мягкая. Вот. А, я знаю, что это худи. Такое мужское худи. Сайта, где можно было дополнительно заказать к этой толстовке еще принт, там печать чего-то, но я не стала, в общем, портить вещь. Все равно вот эта вся китайская лепнина с высокой вероятностью облезет. А так он неплохая спортивная мастерка, там, я не знаю, заниматься спортом, крутиться на турнике или еще делать всякие мужские.